Сейчас камеру настрою. Всем привет, меня зовут Любомир Борода, это мой канал, и это еще один выпуск программы Сиджу Пиджу. Я не собирался ничего записывать, никому никак обращаться, все вменяемые люди и так прекрасно понимают, что сейчас происходит в нашей стране, и... Все вменяемые люди так понимают, что сейчас происходит в нашей стране, но вот сегодня я выложил ролик, который мы сделали совместно. Мой друг написал стихотворение под бомбежками. Моя хорошая подруга начитала это стихотворение, и ребята сделали видеоряд. И я увидел, какие комменты туда сыпятся. Сейчас я комментарии закрыл. Вот, и комментарии сыпятся от граждан России, которые там называют меня нацистом, которые говорят, давай, расскажи нам, очередная пропаганда, какая-то там политика. Ребят, что я хочу сказать? Если вы живете в России и у вас еще до сих пор есть YouTube, который вам все равно скоро отключат, ну, не думайте, что ваше мнение кому-то интересно, потому что вас ненавидит весь мир, и то, что происходит у нас, мы видим. А то, что вам втирают с ящиков и вы хаваете, ну, это же ваш диагноз, понимаете? Вот, если ваши солдаты бомбят наши города, и вы это хаваете, и вы считаете, что, блядь, это правильно, и что тут какие-то нацисты, ну, вас никто не будет переубеждать. Раз вы 8 лет это жрете, вы будете жрать это до конца своей жизни. И очень надеюсь, что она скоро у вас закончится. Вот, мы будем вас просто... Я не буду говорить, там, убивать или что, но вы проклятая нация, которую ненавидит весь мир. Так что комменты ваши, там, нравится, не нравится, отпишитесь, вы не отпишетесь. Ну, мне глубоко похую, и я рекомендую вам отписаться от моего канала, потому что, ну, блядь, я делаю свой контент для людей, а не для свинособак. Вот, спасибо вам за внимание, идите, пожалуйста, нахуй.